Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Кормлю свое хозяйство. У нас эта ночь была жаркая, очень было тепло. Я даже дверцу не закрывала. Вот сетку поставили, а маленькую дверцу не закрывала, чтобы они выходили рано утром сюда, потому что в сарае очень тепло. И те двери вот туда тоже были закрыты. И они, не знаю, с 5 утра или 6 утра здесь работают. Ну, вот здесь только в дворике, вот в этом. Никуда не, им нет ухода, выхода. А уже я пришла, вот, и я уже открыла им туда, на свободу. И принесла ведерко с дома, с хаты. То, что насобиралось там за день. Или огурцы, или арбуз был. Шкурки от арбузов они очень любят. И вот смотрите, какая здесь суматоха у них происходит. А ну, мадам, вышла с детского сада. У нас пополнение, друзья. Вот эта мамочка привела одного цыпленочка. Почему одного? Потому что все яйца, которые были, друзья, от других квочек, вот они вывели несколько штучек. Ну, здесь дамочка сюда зашла в гости, а там цыпленок есть. И я вот этой квочке все подкладывала. Оказывается, там все были, ой, не знаю сколько, 4 штучки, наверное. Но один цыпленок остался, а те все порченные. То, ну, где же его денешь? Будет водить мамулечка. Она очень хорошая, эта курица. Вот кнопочка там есть. Вот какая малявка. И это она уже хочет выйти сегодня. Уже она посидела с ним 2 дня здесь. Он очень маленький был. Вот. Цыпонька. Мамочка, хорошая ты моя. Тюченька. Ой-ой-ой. А я же сказала, что ты хорошая. И я сейчас спущу сюда и цыпленка. И пускай уже ходит. Ей же уже нужно купаться. Хотя она слетала через несколько дней, но все равно уже тепло, пускай ходит. И это уже последний ребеночек у нас. Уже нам больше не надо никаких цыплят, потому что уже поздно. Куда? Достаточно, вот еще малявки бегают, маму потеряли. Конечно же, маму, а квочки есть по заказу, вот красотуля у нас. Что, мамочка, будешь не садиться на яйца или нет? Это она вчера у меня посидела здесь. Ей поставила воды, еды. И еще одна сверху, тоже очень грамотная. Еще сиди, потому что квокчешь. Нам не нужно, а то садятся туда, где у меня куры несутся. Вот такой обзорчик моей красоты. Разговаривают. Очень любят рыбу, друзья. Рыбу, когда или Давид едет на рыбалку, или мой отец едет на рыбалку, то если такая маленькая рыбка, знаете, то я ее варю в кастрюлю и на костре варю и даю курам. Так хорошо варю, чтобы кости стали мягкие, знаете, то очень едят, и оно для кур очень полезно. Смотрите, какая красотуля черная. Вы только гляньте на эти шаровары. Вот это штаны. Белый рис вчера я варила, не съелся, то я сразу им... Конечно же, я не жду, чтобы он еще целый день стоял. У меня есть кому дать. Ой, какая цыпуля вот маленькая еще. Ищи мамочку, ищи свою мамульку. Орлик есть, друзья, в целости, сохранности. Вчера утром я его видела. Он здесь со всеми ел. Но его все пугают. Даже цыплята, даже пушистики мои любимые. О, мамуля, мои пушистики любимые его трогают. Ну так, как сказать, бьют. Не так, чтобы там до крови, знаете. Ну я же наблюдаю. Так просто клюнул один разок, и он сразу убежал. Павлинки тоже живы, здоровы. Рекс с Вандой тоже.
Мы их выводим туда на улицу, потому что здесь очень, очень жарко днем. Пушистики тоже все, слава богу, на месте, мои хорошие. Пушистики, друзья, это шелковые китайские куры. У них черное мясо. Ну, я не для мяса. Вот черный какой уже большой. Есть у меня черные, коричневые, белые, серые и желтенькие. Вот. И есть вот такой серый и белый. Видите, тот потемнее, а этот посветлее. А вот это уже такие большие курочки. Петухов, друзья, уже тех нету, которые молодые были такие. Три штуки. Здесь куры между собой бьются, не то что петухи. То я была на работе, все мы были по работам, не было никого дома. Я просто их поймала и посадила в клетку. И один звонок до свекрови, свекра. И они приехали, мы уехали, они приехали, и мы приехали, и уже нету ни свекрови, ни петухов. Так что я ничего этого не видела, знаете, потому что очень жаль. Вот ты с ними разговариваешь, а потом то я их раздала и свекрови, и родителям, и моим, и мужа родителям. Так что будет супчик. Ну, я вынуждена была, потому что они мучили маленьких курочек, вот этих пушистиков, молоденьких еще. Ну и, конечно же, из моих цыплят, с домашних. Почему-то, друзья, с домашних цыплят у меня очень много, всегда больше, большая половина петухов. Курочек не так много. Если вот 10, будет 10 цыплят, то будет обязательно, может быть, 3 курочки только, а 7 петушков. Вот так. Петушки нам не нужны, для, чтобы яйца были не знаю, ну, чтобы были цыплята, то нам не надо. Достаточно. Независимо, сколько кур. Вот мамочка, мамочка. Ну, не многодетная, потому что один птенчик. Но все равно, мамулечка, первые шаги на улице. Сейчас пойдет обучение, как нужно гребти, как нужно купаться в песке, с кем разговаривать, с чужим. Вот, да, 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 вот так, так, не подходить. А ну ушла, ушла от мамаши. С чужими не разговаривать, с чужими дядями даже не смотреть, и тети тоже, потому что их здесь очень много. Вот такие подойдут, ты с ними не разговаривай, только с мамулей. Да, да, да. Ну вот, вот почему? Нет месту, нету места тебе? Уходи. Вот так, потому что получишь лупня от мамулечки. Молодец, моя хорошая. Молодец, мамочка. Воспитывай, воспитывай свою кнопку. О, великан прибежал. Ох, это ж какая же мамушечка. Ну, очень хорошенькая она курица. Есть такие, что бьются, клюются очень больно, то это нет. Такая мягкая, пушистая. Да ты ж смотри, не задави его своим купанием. Да. Червячок ему найди, колбасочку. Ух, как жарко здесь. И если вот так днем жарко, они прячутся сами, они на улицу даже туда не выходят. Сами под вот таких уголках прячутся. И для меня удивление, друзья, что ночью в сарае жарко, а днем прохлада. И они днем, сейчас я открою эту сетку, видите, здесь тенек, и они уже здесь лежат, отдыхают. Они днем прячутся, очень много кур в сарай.
И когда я тоже захожу, там сразу, ух, такая прохладка хорошая. А когда уже вечер, ночь, там уже жара. Все живы-здоровы. Там кто-то сидит, несется, наверное. Так, вот уже сидят, да, видите? Потому что уже сейчас, здесь уже сейчас хорошо, прохладка. Кто где хочет, там и гуляет. Ястреби, друзья, лето, летают. Птицы эти хищные, ну, куры прячутся. Если я вижу, то тоже кричу, чтобы курочки прятались. Они так знают, быстренько все бежат. Красавчик, молодец, молодец. Это главный, а Тамечка вот Тами. Пушистики есть побольше, есть поменьше. Ух ты, ты ж моя дама, это лаванда. Какая уже большая симпатюля. Красотуля ты моя. Еще белая такая есть, это лаванда. А еще белая есть. Они так и называются, друзья. Вот там белая, вот за сеткой ходит. Все, всем спасибо, друзья, и всем пока-пока.